Хоскинлинг. Что было самое тяжелое в сегодняшнем матче? You know, it's always hard to play when you have a big lead, at least for me. Then you lose a bit of focus, so it's a tough game. На самом деле очень тяжело играть, когда ты имеешь такое большое преимущество. И самое важное для меня сегодня было не потерять концентрацию, играть хорошо и больше. Во всех четырех встречах удавалось Витязю забросить. Не было сегодня, может быть, особенно обидно пропустить. Был хороший шанс сделать сухарь в этом матче. I'm not disappointed. I'm happy that we win today. That's all that matters in playoffs. It doesn't matter 7-5, 7-0. It doesn't make any sense. It wins matters here. Да, на самом деле ни капли не расстроен. И самое главное, что мы сегодня победили. Неважно, как ты побеждаешь, 7-5, например, это все равно победа. Я очень рад, что мы сегодня одержали. Как ты expect to play all the game in this series? I don't expect anything. I just go day by day and without no expectations. So that's my goal. Перейди. Ожидали вы, что проведете все игры во всех сериях? Ничего не могу, да, в этой серии ничего не могу сказать. Мы продолжим тренироваться день за днем, смотреть, как тренер будет стрелять. Как оцените игру вашего коллеги Харисяна, что говорили ему до или после игры, утешали, может быть? I haven't talked to him only in the end there, but felt bad for him that felt that their team kind of like let him alone there and didn't help them too much, and he couldn't do anything. And I think he actually kept the numbers like pretty well there. На самом деле не общался, только сегодня удалось с ним немножко поговорить после матча, но он очень пожелал практически. Мига, у многих футболистов предрассудки, что не разговаривают с журналистами в плей-офф, вы не суеверны были? Я не говорю, но there is no need to be. Нет, я совершенно не суеверен. Спасибо большое, коллеги. Спасибо.